Вот так вот приходится собирать в бутылек пожертвования на культурное мероприятие, чтобы рассчитаться за тепло в планетарии. Сейчас читка пьес тоже проходит, видите, как надо кругом деньги. И название интересное — «Цыплохмырь». И входу, чтобы оплатить тепло, водичку, я зараз пройдуся з цим бутильком, будь ласка, скиньтеся на потреби культурного простору, ну і щоб завершити достойно наше релігійне, наше зібрання. Поняття «ад» і «рай» не мають нічого общого з вірою. Последній рол з окунем. Николай, это угорь. Вера, какая разница? Николай, для меня никакой. Популярность суши у нас – результат стратегии маркетологов. Приличные японцы такое не едят. Вера, откуда ты знаешь? Ты был в Японии. История с сектой, ну, это, она имеет, как бы, ну, такое реалистическое, корни есть. Да. И она работает себе. Публика любит от автора посмотреть вживую читку его пьесы. Но так сейчас газ дорогой. Смотрите, вот такие платежки получают юридические лица. Это магазин на 170 квадратных метров. И за месяц отопления один кубометр газа обходится в 51 гривну 80 копеек. Потому что мы закупаем его с Венгрии. Вот так. Пойдет? Да. А эту вторую сзади. А вот так вот собирали на АТО пенсионеры и другие неравнодушные люди, когда чиновники дерибанили эти все бюджеты Министерства обороны. Пенсионеры отдавали последние деньги.